Вопрос о строительстве большого торгово-развлекательного комплекса за мемориалом Славы на Шереметьевском проспекте возник на очередном заседании правительства. Обращения людей, которые взволнованы информацией о возможной застройке, наконец достигли чиновничьих ушей. Инвестор – компания ProBusiness Development, которая входит в состав финансовой группы Life. Выполнять строительство будет ООО «ИФ Спецгарант». Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков призвал главу администрации областного центра прислушаться к словам протестующих и детально проработать вопрос. С одной стороны, вы сами город выходите к нам с предложением расширить эту площадь, сделать ее незыбленным местом памяти. Ну давайте ее еще 9-этажками вокруг обстроим со всех сторон. Ну почему мы спешим с какими-то заявлениями для того, чтобы... Все, работаем по принципу, вот сбросили, так сказать, а посмотрим, как круги разойдутся. А если не круги, а цунами? Запланированная еще в 2007 году стройка сорвалась из-за кризиса. А вместе с тем главный архитектор мемориала еще на этапе строительства был против высотной застройки рядом с памятником. Мемориал просто-напросто затеряется на ее фоне. Авторский коллектив ставил задачу, чтобы на сзади такого высотных зданий, которые бы, можно сказать, съели памятник визуально, что этого быть не должно. Тогда руководство города и области обещало это сделать. И мне кажется, кроме инвестсовета, наверное, надо обсудить эту проблему с архитекторами, со специалистами, кто занимается градостроительством. Здесь мы хотим мемориальный комплекс сделать. То есть чисто со строительной точки зрения все-таки нельзя смотреть на эту проблему. К каким выводам придет администрация областного центра, пока не ясно. Известно лишь, что разрешение на строительство продлено до 2017 года.